Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с представителями муниципальных СМИ. В ходе встречи глава региона подчеркнул важность точной подачи информации в средствах массовой информации. Необходимо наращивать активность муниципальных СМИ. Это подтверждает социологические исследования, отметил губернатор. Он выразил надежду, что в Московской области тоже могут появиться звезды в сфере средств массовой информации. С 22 января в детской школе искусств города Видное состоится семинар-встреча главы Ленинского района Олега Хромова с жителями. Тема «Дороги и инженерная инфраструктура». Начало в 17 часов. С 18 января в соответствии с утвержденным графиком по адресу город Видное, улица Школьный, дом 77, с 10 до 13 часов будет вести прием граждан представитель Главного архивного управления Московской области. В Центральной библиотеке состоялся концерт видновской группы «The Raindrops» под управлением священника Олега Осачева. Группа исполняет песни в стиле христианского инди-фолка. Не каждый, возможно, знаком с этим музыкальным направлением, но каждый, кто пришел в этот день в библиотеку, был очарован талантом и мастерством музыкантов.